поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Завяжи. Девочки служат в армии,
являются воинами, поэтому у нас такой общий праздник для всех считается День Защитника Отечества. Значит, правила соревнований. Борьба. Ковер. Все видят, да? Красная линия – это площадка, размер площадки. Выход за площадку считается, когда двумя ногами вышел на красную линию. Одна нога не считается. Двумя ногами вышел, значит считается вышел. Первый выход. Замечание. Второй выход. Предупреждение. Третий выход. Второе предупреждение. Балл сопернику. Четвертый выход. Дисквалификация, если выходит специально с площадки. Выталкивать также не разрешается. Если он специально выталкивает партнера, то первое также делается замечание и все в броски. Значит, считается броски. Если бросок в стойке, остался партнер в стойке и бросил на спину, считается 4 балла. Два таких броска — победа. Если остается в стойке. Дальше. Если партнер остался в стойке, но бросил соперника, соперник упал на плечо, на бок, на бедро, там еще, на живот, считается 2 балла, если он остался в стойке. Если он падает вместе с ним, значит на балл снижается. Если на спину бросает, вместе с ним падает 2 балла, остальное дается по баллу. Понятно, да? Я буду говорить. Дальше. Удержание делается один раз за схватку. 20 секунд удержания. Дается 2 балла. Ну или 2 по 10 секунд по 1 баллу дается. Дальше. Есть такой момент, когда начинают бросили, схватили сверху и начинают делать болевой прием. В этот момент удержание не считается. А считается время на болевой прием, дается также 20 секунд. Если не сделал болевой прием, поднимают. Поэтому, если вы бросили, сначала нужно удержать соперника, чтобы получить баллы за удержание, а потом только переходить, когда судья сказал, засчитано удержание, переходить на болевой прием. И не надо без команды подниматься, малышей. Если судья не сказал стоп, не надо подниматься, а нужно держать, бороться до конца. Понятно, да? Удушение делается. Делается треугольник, ногами делается. Раз. Делается через руку, да. Так, внимание, сейчас тревог, извиняюсь. Уж кого потеряли. 7-8 лет, кого называют, себя вот запоминайте, кого не назвал, сразу кого-нибудь. Тоже называю, 11-12 лет. Ясно, да. Сначала 7-8. Кощеев, поднимаем руку, говорим я. Я. Отлично. Белов Алексей. Я. Кошелев Илья. Я. Панкратов Ярослав. Я. Диденко Вадим. Делается через руку, одной рукой вот так душить нельзя, тем более двумя там под голову подставлять. Только через руку удушение. За шею бросать нельзя, скручивать нельзя. Ни шею, ни колени крутить, суставы, пятки уворачивать, ничего нельзя. Если делается болевой, делается на ахилла, на колено ущемление, но не скручивание. Также болевые на локти есть, за пальцы, еще раз, за пальцы не хватаем, за кисти вот так не хватаем. Когда удерживает лицо пальцами в глаза, нос, вот здесь лицо не трогает. Отодвинуть можно, отодвинули лицо, но не хватаем ничего там. Не выдавливаем ни глаза, не кусаемся, не щипаемся. Понятно? Так, что еще? Значит, сказал, удушение может ногами делаться, может через руку делаться, может курткой делаться. Курткой разрешено удушение. Но лежа, не в стойке. Там хватать, что-то там тянуть. Так, поединок длится 3 минуты. 2 минуты у малышей и 3 минуты у взрослых. До, ну сейчас решим, до 10, наверное, лет будет. 12. До 12 будет 3 минуты, с 12 уже идет. Ой, 2 минуты, с 12 3 минуты.
Время не так, как рукопашки, идет постоянно, не останавливаем ничего, не по, как было, там, первый период, там, второй, вторая минута, постоянно идет. Так, еще какие вопросы, спрашивайте. А вот такое разрушение там не мешает, то есть как медитин подходит? Под руку, пожалуйста, под руку можно. Под руку можно, за шею под руку можно, сверху, отсюда. Любое. Удержание считается не когда вы на коленках сидите, а когда вы лежите и придавлены, ноги, грудь к груди придавлены. Спиной вот так захватывают. Удержание не считается. Еще какие вопросы? Так. Тогда... А, что? А можно вот... Вот когда ты лежишь, можно вот так, ну, вот ты захватываешь. Да, души. Ну, и еще ноги к животу. Держать нет, нужно лежать. На коленках стоять нельзя. Ноги вытянуть надо и прижать его. А можно... Бросок на колени и на лоб, если кидает, не засчитывается. На живот, животом коснулся, считается. На лоб, на колени не считается бросок. Что там, как, что еще хотели? То, что спрашивал. Можно, можно. Все можно. Так, Монастырского, сюда подойди. Так, что еще? Какие вопросы, ребят, задавайте, потом не было. Сдергивание на коленке. Сдернули на колено. Получил активность. Второй раз. Дернули. Активность, замечание партнера. И третье уже будет балл даваться. За третье дергивание на коленку, если он падает постоянно, становится. Значит, балл дается тому, кто это дернул. Можно. Можно с коленом делать подножку. Но! Как в борьбе вольные перевороты, если взяли и через себя переворачивает, катится, это не засчитывается. Ничего не дается. Как в самбо. Ничего не дается. С колен, да, с колен, пожалуйста. Есть броски с колен, оцениваются. Но уже не как со стойки, а как с колен идет, значит, на порядок меньше баллов дают. Так, ну, разойдись. 5 минут готовности, и сейчас будет. Стави, ранись. Верно? Так, сейчас по традиции у нас показательные выступления от клубов. Кто готовил? Готовили? Кто там выступает? Так, давайте, Вир, с Витрия. Вышли вот сюда. Вот так, построились. Кто готовил? Сюда встали. Уходим. Коля, выходи, встали. Далее, кто еще готовил? Он готовил все? Так, нет, подожди, сначала отдельно один клуб, потом другой клуб, потом постепенно будем выходить. Вперед.
Оружие вон есть, у вас ножами делают спалку. Следующее. Кто уходит? Выходите, кто хотел. Не, подождите, что здесь дело пока. Вот выходите, выходите, ребят. Они пошли. Кто еще с вашего клуба есть? Серьезно? Спасибо.
Мальчики, подождите, это идет со стороны. Держи его!
Спасибо.
потом потом Спасибо.
Участвуют в этом процессе. Значит, что хочу сказать. Вот
плохого скажу. Выходил специально, объявлял, кого не записали. Кого не записали, зачитывал фамилии. Нельзя в жизни стоять и ждать, что пока удача, поединок или что-то придет к вам само. Если что-то где-то не так, нужно бить, барабаны, трубы трубить. И принимать какое-то решение нужно, понимаете? За себя нужно в жизни не только здесь на ковре бороться, но и в жизни нужно уметь бороться. В жизни свою честь и достоинство отстаивать. В жизни свое место под солнцем завоевывать. По-другому никак. Только сильные идут вверх и вперед, и решительные. Это запомните. И только сильные духом побеждают. Вот сегодня был хороший поединок. Вышел Черноиванов, 25 килограмм, 9 лет. И боролся со старшими ребятами, которым 10 лет, и которые тяжелее и выше на 2-3 головы, и тяжелее на 5 килограмм. И духом побеждал. Стремился к победе. Ставлю всем пример, что вот так вот нужно победу свою добывать. Несмотря на малый рост, несмотря на малый вес. Идти вперед и не сдаваться. И духом побеждать. Кто духом силен, тот всегда побеждает. А не надо помнить, что вот сегодня взрослые там вышли побороться. Один 86 килограмм, другой 122. Но один духом сильнее, который легче, он опять побеждает. И запомните, что русские всегда побеждают духом, стойкостью и крепостью. Это зарубите себе на носу. Так побеждали наши предки, начиная с древних времен. Так побеждали Великую Отечественную войну, так побеждаем сейчас. И дух наш никому не сломить. И вы продолжатели всего этого дела. Ну ладно, от лекции переходим к награждению победителей. И призеров. Ну, бои были честные. Все это видели. Все оценили. Положительный момент, что уже можно было посмотреть и увидеть у кого-то технику. И бойцы все знали, что делать. Упали, были только, конечно, кто новички. Но для этого они здесь и приходят, мы заливали, чтобы опыт приобрести, даже проигрывая. Проигрывая, новички выигрывают. Почему? Потому что они учатся, они впитывают атмосферу. Они учатся преодолевать себя, они учатся преодолевать свою застенчивость, робость, и становиться от этого сильнее. Плюс смотрят то, что делают прием, потому что смотреть это тоже учиться. Потому что что-то бывает, в глаза придет, в мозге останется, а потом на тренировках реализуется, и дальше человек делает. Почему? Потому что ему что-то нравится, что-то запоминается, а не только мы. Что, приходим и повторяем те приемы. Почему? Потому что вроде все на тренировках приемы отрабатывают, но выходим на соревнования, ходим как каменные. Почему? Потому что страх есть. А страх вы сейчас именно на соревнованиях преодолеваете. Робость и неуверенность. Ладно. Так, первое место. Весовой возрастной категории 7-8 лет. Вес до 25 килограмм. Заял Кислин Саша. Стать строить.
Яковлев Илья. Второе место. Панкратов Ярослав. Третье место. Белов Алексей. Спасибо.
Второе место, Голованов Алексей. Третье место, Харитонов Сергей. Дорог.
Я русский, какой восторг! Победы близко, ведь с нами Бог. Грянет наш русский гром, словно острым мечом. Сильно грянет, бесам худо станет. Грянет наш русский гром, грянет наш русский гром, словно острым мечом. Сильно грянет, бесам худо станет. Грянет наш русский гром. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя поднимает России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Благодать, над нами благодать.